Всем привет! Сегодня отправляюсь на велосипеде по поселку Илица. Это Турция, район Сиде. А сейчас покажу сам поселок, постараюсь все объехать. Вот это сад с оливками. Оливки уже начинают темнеть, но пока почти все еще зеленые. Есть немножко какие синенькие. Все, я отправился на велосипеде. По самому краю поселка я объезжаю его. Ну, тут хорошая детская площадка. Ходили туда с внуком, играли. Там и горочки, качели разные. Дома такие трех-четырехэтажные, в них огромные-преогромные квартиры. Называется 2 плюс 1. Это то есть две комнаты и большая гостиная. А теперь что мы видим? Мы видим гранаты, апельсины или мандарины. Огромный, преогромный сад. Вон какие красные гранаты висят. И вперемешку с мандаринами и апельсинами. А теперь по этой дороге я поднялся наверх. Тут связисты работают на столбе. Интернет, что ли, тянут. Оптоволоконный кабель. Я там показался, сверху оглядываю. Там вдалеке видно теплицы, а в теплицах пальмы с бананами. Вот в этих теплицах бананы растут. Бананы уже начали собирать. Прямо на машинах возят полные-полные машины кузовов в кузовах. А это кактус. Помните, я когда-то летом в Турции покупал вот такой вот фрукт, желтый кактус. Теперь ехал по дорожке, ехал, какое-то тут есть кладбище. Не знаю, на обратном пути вернусь, зайду, посмотрю, что там такое. И опять забрался на гору, спустился вниз, а тут речка небольшая. А потом она протекает около Сиде, где я ловил рыбу, кефаль. А здесь не знаю, ловится что-нибудь или нет. Есть тут рыбка. Проеду еще дальше по этой дорожке. Если по этой дороге есть, можно попасть в поселок Эвренсеки. Поселок такой вытянутый. Начало вот там, ближе к горам, и опускается он до самого моря. Такую вытянутую форму имеет. Ну, а там опять теплицы. На поле тоже что-то растет, не знаю что. Сейчас чуть-чуть проеду и остановлюсь. Дальше не поеду до Эвренсеков. Все, остановка. Вот он мой велосипед. На нем я и путешествую по Турции. Приехал из города Краснодара. Не знаю, видно вам или не видно. Вот за этой зеленой горой, которая с правой стороны, вон там горы. И на самой вершине есть снег. Возвращаюсь обратно. Решил посмотреть на это. Что это за кладбище? Совсем несколько могил. Не знаю. Или какое-то семейство, или кто. Но совсем немного их тут. Такие могилы все, как мраморные, что ли. Столик. Посмотрели.
Это не обычное кладбище, какое-то для избранных. Вот и все-все оно на самой горочке. Посмотрели, пойдем дальше. Путешествие свое на велосипеде опять продолжу. Еще раз смотрю на долину и на горы. А вот это такие белые ягодки по вкусу напоминают боярышник. Здесь главное интересно несколько краников и водичка. Надел футболку довольно-таки плотную и штаны. Было пасмурно, с утра дождик лил. Думаю, будет прохладно, оказалось жарко, на велосипеде очень жарко. Вот я уже заехал в поселок. Поедем. Теперь доехал уже к центральной улице. Сейчас поеду налево и объеду этот поселочек вокруг. Вот на вниз туда и направо центр. Вот посередине дороги растут апельсины. А вот там видите два парня? Они срывают эти апельсины, вот раскручивают, раскручивают. И кидают апельсины, они по дорожке катятся, как мячики. Вот занятия. Вот такие апельсины просто срывают и кидают. Нам бы их, эти апельсинки, да? Ну, я ем, конечно. А они просто их бросают и выкидывают. А тут уже более желтые. Не знаю, или это крупные мандарины, или апельсины. А теперь доехал, тут у нас базар. Один раз в неделю, по-моему, по вторникам, овощной рынок. Еще пока не был я на нем, не знаю, что там продают. Надо будет сходить, посмотреть. И опять мандарины. Ну, кругом они тут, на улице растут просто так. Снова вернулся на центральную дорогу. Вот такая скульптура с дельфинами. Красивые дельфинчики. А теперь снова по центральной улице еду. Что поражает, в каждом доме магазины. Магазины, парикмахерские. Потом какой-то тренажерный зал. Магазинов всяких полно. Есть Мигрос, потом 101, потом СОК. Разные названия. Тут еще дом строится. Прямо один на одном. Побывал уже во многих магазинах, пока выбираю, определяюсь, в каком лучше. Но в Мигросе, по-моему, даже интереснее, подешевле, скидки побольше. Сейчас пойду вот по Тиарке. Это въезд в этот поселок. Конечно, сам поселок. Вот если отсюда смотреть, в правую сторону далеко-далеко тянется. Это я только половинку его объехал. Вот, сейчас вот еще вдоль трассы проеду с этой стороны на велосипеде.
и по самому-самому краю поселка проедем. Вот тут светофор, через трассу пройти, и тут, ну сколько, тут меньше 2 километра до моря. Ну а 2 километра на велосипеде, несколько минут, вот Илиджа. Тяжело привыкать читать, будто бы как думал Илица, Илиса, Илика, а оказалось читается Илиджа. Так по-турецки читается. Вот я этим арком встал, ну прочитайте сами. Илиса, Илика, Илиджа. Вот я на велосипеде, сейчас дорогу переходим до Анталия. До Анталии где-то 60 километров, но меньше часа на машине ехать, минут 40. Дорога автомагистраль, там скорость 110 километров. Перешел дорогу и опять магазины. Много-много всяких, и строительные, и всякие. Ну, я путь дорогу, и вдоль трассы по асфальтику поехал вокруг этого поселочка. Быстро-быстро. Я сейчас немножко ускорил, то машина так гонит быстро. Ну, я, кажется, быстро с такой скоростью еду, чтобы скорее проехать и все вам показать. Вот сейчас здесь вдоль дороги будет еще одна дорога. Если по ней ехать, под этой трассой мы проедем под мост. Там уже будет поселок Эвренсеки, там, где был мой отель Сидевин, где я летом отдыхал. Тут без всяких светофоров ничего не надо. Вот это самый-самый край поселка Илиджи. Там видно опять сады начинаются. Тут гранаты, апельсины, мандарины, дальше оливковые деревья. Вот они начинаются, домики, четырехэтажные, трехэтажные, чистенькие, ухоженные. Дорожка нормальная, асфальт, правда, немножко кое-где ямки есть, ну видите, нормально еду, хорошо. Вот по этой дороге сейчас я доезжаю до дома наших знакомых друзей. Вот сколько тут садов, теплицы с бананами. Короче, красота. Сегодня было мне жарко. Надо одевать шорты, футболку и в них путешествовать. На этом пока все. Всем пока-пока.